В Карагандинской области председателя районного филиала партии «Аманат» подозревают в совершении крупного ДТП. На кроссовере политик протаранила 8 коров и 2 подростков, которые их гнали. ДТП шокировало небольшое село Тас-Шокэ. С какой скоростью ехала 33-летняя Анара Бузаева, неизвестно. Сельская трасса, к слову, далека от стандартов автобана. В итоге иномарка остановилась только после 8-й сбитой коровы. Туши животных разбросала по обочинам. Двое детей 8 и 16 лет, которые ехали за скотом на мотоцикле, тоже оказались сбиты. Их экстренно доставили в больницу. Обошлось без переломов. Оба получили ушибы и сотрясение мозга. Партиец и по совместительству бизнес-вумен, не дожидаясь итогов расследования, уже пообещала возместить ущерб владельцам погибших коров и при необходимости помочь с лечением пострадавших. Областное начальство о своей коллеге Бузаевой отзывается как о большом профессионале. Там рассказали, что за 2 года членства в партии никаких нареканий к ней не было. В полиции завели дело, результатов которого ждут и в Аманате. Мы видели видео. Это вопиющий случай. Но самое главное, что люди живы. Дальнейшие действия будут предприниматься в рамках закона и устава нашей партии. В каком состоянии она находилась во время инцидента? В полиции назначили необходимые экспертизы. Партия тоже будет предпринимать меры в отношении Базаевой по итогам расследования.